что сказать, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И отдыхать лучше летом, чем работать зимой. Да. А мы работаем для вас и зимой, и летом, и весной, и осенью. И в стужу, и в пургу, и в зной, град, снег и дождь. И все для того, чтобы вы смогли увидеть все эти прелести. И Дубая, и остальных городов, и Одессы, и Турции, и Марса, и Луны. Но мы же все снимаем, вы же знаете. Вы только не все смотрите, а надо подписываться, ставить лайки, комментировать, делиться с друзьями. И не забывать про донаты под видео, ссылочка на счета. Доллар, евро, гривна, рубль, иена, вся берем. Английский фунт? Берем. Так он же падает. Берем. Брексит падает. Берем. Отходит. Друзья, не скупитесь. Чем больше вы нам заплатите, тем больше мы вам покажем. Да? Без вариантов. Ах, хорошо, ну как. Жара спала. Легкий бриз Персидского залива. Район Дубай-Марина. Между Дубай-Мариной и островом Голубые воды. Мы стоим прямо на мосту. На распутье. Не знаем, ну, туда или туда. Пойдем. Сейчас покажем, что это таки, да, мостик. Светлое будущее. Да, мистер? Yes, yes. Все сказали? А я сейчас вам еще, видео сделаю, чтобы вам было что посмотреть. Честное слово. Так, не показываю ему секретную технологию. Некоторые профессиональные секреты мы все-таки оставим. Да, для себя. Для личного пользования. Кому не говорить. И для вас. И пусть те, кто не подписался на наш канал, дико завидуют и дико... На нас опять напали. Да. Thank you.
collision pressure here. The next station is Business Bay. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Кто заказывал такси на Дубровку? Это уже не актуально, шеф. Поехали. Бежевая Волга. Ага. Ого. Наши люди. Ага. Булочную на такси не ездят. А наши ездят. Видишь, даже считают, когда стоит. За простой тоже. Естественно. Так капает. Побочивый мой человек. Тоже. Понимаешь, мы по той трассе, вдоль которой мы идем, ехать не будем. Они как-то, объезжают, наверное, центр все-таки. О, полная луна. Голубая луна. Что она там вещала? Это еще не наша эстакада, смотри, да. Сколько их здесь. Bay Square. Это слева дома. Адрес уже слева, так же. Где-то недалеко. И, скорее всего, туда он и выскочит, на нашу дорогу. Да? Там, где мы переходим через светофоры. А тут
сколько строится? Смотри, как удобно оказывается. Смотри, едет они практически без остановок. Один-два светофора, вот один был. Сколько они строят? Удобно, обалденно. Все продумано. Все по уму. Все для людей. Ну, правда, для людей на автомобилях. Ну, да. Пешеходам здесь проблема. У пешеходов здесь проблема. Ну да. О, смотри, слева, по-моему, наш канал Централ. А ну... Кто? Мне кажется, канал Централ. О, вон уже наш отель. Не, канал Централ? Да, вон слева. Да не, он далеко. Вон уже наш отель. А, значит, похоже. Обжимся. Мы даже в двадцатку обжимся. Даже меньше, в 15. Покажи, сколько километраж покажи. Все, уже приехали. Видно километраж? А? Километраж видно? 14, 15, да. А мне нет 15. 14.